Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV. И сегодня в этом ролике будет открытие новой рулетки у меня на канале. Для тех, кто не знает, сегодня примерно в 11 утра по МСК вышла новая рулетка к новому ивенту. Вот так она выглядит. И судя по моим кредитам, я ее буду сегодня открывать полностью. Поэтому я вам выскажу кратко свое мнение обо всех этих скинах. Ну и в конце видео покажу, как все это выглядит в игре. Хочу попросить вас поставить под это видео лайк, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, потому что 60% людей смотрит без подписки, и это надо исправлять. Ну и также написать какой-нибудь приятный комментарий, вообще напишите, как вам эта рулетка, какие скины из нее вам лично понравились больше всего. Поэтому, в принципе, не будем затягивать и переходим непосредственно к открытию. Ну и также, друзья, хотел бы попросить вас набрать на этом ролике 250 лайков. Все-таки рулетка бывает, наверное, раз в месяц примерно в игре. Я стараюсь записывать вам ролик по ней одним из первых, поэтому поддержите, пожалуйста. Каждый лайк, каждый комментарий, все это продвигает видео рекомендации, все это очень важно. Ну а мы переходим, собственно, к открытию. Мне кажется, сейчас первым упадет, ну, например, какая-нибудь СГшка первого тира. Ставлю на нее. Ну, видимо, да, я не угадал, падает смог первого тира. Ну, кстати, хочу сказать, что для первого тира выглядит вполне сносно. Могло быть хуже. Сразу все новые скинчики будем ставить, чтобы потом в игре все это дело затестировать. Следующим, наверное, как раз СГшка и выпадет. Нет, падает ФП-6. И вот если бы я открывал, допустим, на основе, где у меня аккаунт без доната, и если бы мне выпал такой ФП-6 со второго прокрута, я был бы, конечно, нереально доволен, потому что он выглядит нереально классно. Как по мне, ну вот реально, вы посмотрите, мне кажется, пятый тир прямо он заслуживает. Не знаю, почему так низко оценили этот скин сами разработчики. Но посмотрим. Посмотрим, может быть, в игре он выглядит не так круто, как на картинке. Дальше падает, естественно, первый класс на СГшечку. Но опять же, для первого тира вполне сносно. То есть, учитывая, какие первые тиры лежат, например, в премии, этот скин очень даже неплох. Так, дальше у нас прокрут уже за 600. Я думаю, с четвертого прокрута выпадет калашик. Вот ставлю прямо на калаш, чувствую. Нет. М14 второго класса, но в принципе... Ну, для второго класса пойдет. Опять же, как я уже говорил, в этой рулетке, в принципе, все скины более-менее сносные, ну, как минимум, на свой тир. Поэтому нет таких скинов, которые бы мне прям дико не нравились. Да, вот АК-47 второго класса падает, в принципе, неудивительно. У нас, получается, остались скинчики, понятно, перчатки, нож. Дальше авик четвертого тира, эмочка пятого класса и флешка. Думаю, сейчас будет как раз-таки флешка, ну, по теории вероятности. И нам падает... да, флешка. Получается, у нас какой уже седьмой прокрут. Да, седьмой, все правильно. Падает авик. Как по мне, он неплохой, но для четвертого класса темноватый. Мне кажется, в игре он будет также выглядеть достаточно темновато. По идее, дальше будет М-ка. Потому что если будет не М-ка, а что-то другое, это будет крайне неожиданно. Ну, М-ка, да, в принципе, неожиданности не случилось. Но в любом случае, чтобы не выпало, как бы я в любом случае покупал бы эту рулетку целиком. Получается, предпоследний прокрут, и несмотря на то, что шанс на седьмой тир, в принципе, одинаковый, я ставлю на то, что выпадет нож. Потому что лично мне из всех рулеток падает сначала нож, потом перчатки. Думаю, в этот раз исключения не будет. И барабанная дробь нам падает... Нет! Исключение! Нам падают перчатки. Поставим, наверное, пока их... Поставим их за Т-сайт. Объясню позже, почему. Я хочу затестить еще новые скины с рыцарскими перчатками. Потому что рыцарские перчатки, ну, как бы, тоже относятся к этому ивенту. И мне кажется, новые скины из рулетки с ними также будут смотреться прикольно. Очень хочу затестировать. Ну и последним, в принципе, скином нам будет падать нож. Это не удивительно. Да. Нажимаем использовать. В принципе, друзья, на этом рулеточку мы открыли, забрали все из нее полностью, и сейчас уже увидимся в руме, и я покажу вам, как все эти скинчики выглядят в игре. Собственно, друзья, для осмотра я выбрал карту Бюро.
И прямо сейчас заценим, собственно, новые скинчики. Уже не терпится на самом деле. Так, ну начинаем смотреть. Ну что могу сказать по поводу перчаток? Выглядят они, конечно, не так прям интересно, как это было на картинке. На картинке, вот как раз-таки на заставке, которая прямо сейчас в игре, они выглядят гораздо интереснее. Но, в принципе, они выглядят неплохо. Хотя, конечно, темновато. Как по мне, вот эти вот как бы линии, можно сказать, лавовые линии, стоило сделать поярче. Если бы они были прям яркие, был бы огонь. А так, ну, плюс-минус. Касаемо ножа, нож, в принципе, прикольный. Очень прикольный. Я хочу посмотреть на его, по сути, килл-чат. Поэтому через минутку это дело и посмотрим. Собственно, сейчас я зашел в игру со своего второго аккаунта, и мы затестируем килл-чат. По идее, он должен изменяться, и мне интересно, как будет происходить сама механика удара. Будет ли она такой же, как у обычного меча, или другая. Очень интересно проверить. Сейчас, собственно, это дело затестим. Килл-чат, конечно, просто офигенный. Это, конечно, огромный плюс. Килл-чат смотрится балдежно. Сама механика удара, как я понимаю, взята банально у стандартного меча. Сейчас еще проверим, как будет убивать не в спину, как бы, а в лицо, то есть двух ударов. Тоже это дело затестируем, но, как я понимаю, механика полностью взята у обычного меча 6-го тира из как раз-таки этого ивента. Ну да, килл-чат интересный, сама механика удара такая же. В принципе, что могу сказать по перчаткам и ножу? Это неплохо, но это и не что-то прям вау, что-то средненькое. И, наверное, по сочетанию где-нибудь 7 из 10, вот моя отметка. То есть просто нормальное сочетание и все. Но я не могу назвать это даже отличным, просто неплохо. Сами перчатки, в принципе, неплохие, но можно было бы их и доработать, сделать поинтереснее. Начнем с, получается, флешки. Ну блин, смотрится прикольно. Не могу сказать ничего плохого, с перчатками сочетается, да. И, как я уже говорил, для третьего тира флешка смотрится прям офигенно. Мне нравится. Давайте также купим смочок, затестим его. Ну, для первого класса смок смотрится очень даже сносно. Лучше, чем эти гранаты второго тира из паса, ну, на мой взгляд. В принципе, прикольно. Ничего плохого также не могу сказать. Да, дальше у нас скин идет на калашик. Ну, для второго тира смотрится сносно. С перчатками, в принципе, сочетание имеется. Но, как по мне, я не люблю такой ржавый, можно сказать, стиль. Поэтому, конечно, такое себе. Такое себе. Но для второго класса пойдет. Почему нет? Дальше, собственно, выдаем себе СГ-шечку. Что я точно помню, что там скин на СГ был. Ну, опять же, для первого тира смотрится сносно. Но в игре есть куда более интересные скинчики. Ну, для первого тира пойдет. В принципе, вот так выглядит перезарядка. Осмотр. Ну, прикольно. В принципе, для первого класса норме. Так, дальше смотрим уратио. Вот так оно выглядит. Ну, знаете, в принципе, неплохо. Для четвертого тира нормально. С перчатками... Ну, я бы не сказал, что с перчатками прям идеально смотрится. Но пойдет. В принципе, пойдет. Но, как по мне, наверное, на четвертый тир все-таки не тянет. Слишком темное. Я лично такой стиль не очень люблю. Мне нравятся скины поярче. Давайте, получается, дальше купим себе М14. Вернее, выдадим. Так будет быстрее. М14 второго тира. Ну... Опять же, для второго тира пойдет. Ну а так, такая вот ржавая стилистика мне не особо нравится. Ну прикольно, в принципе. В принципе, нормально. Собственно, друзья, я перепроверил и обнаружил, что я забыл показать вам М-ку и ФП-6. Собственно, сейчас мы это дело исправим. Выдаем себе М-очку и смотрим. Ну, для пятого тира М-очка выглядит неплохо.
Есть подобная эмка из према, не помню точно как называется, тоже 5-го тира, очень похожая по стилистике, такая коричневая. Напишите название в комментариях, если помните, потому что я с ней вообще не играю, поэтому не помню. Ну а так, в принципе, неплохо смотрится. В принципе, неплохо. Но опять же, сама стилистика плюс-минус, лично для меня. И теперь остается тот скинчик, который мне больше всего понравился, наверное, из всей рулетки. Это ФП6. Прям не терпится посмотреть. Да. Вот я не знаю, почему этот скин 3-го класса. Вы посмотрите, как он балдежно выглядит. Ну, он офигенно смотрится. Просто. Это самый лучший скин из этой рулетки. Мне он нравится даже больше перчаток с ножом, вот честно. Он офигенен. Возможно, я, кстати, даже на основе, где без доната, себе чуть-чуть покручу. Два прокрута. Я очень надеюсь, что он выпадет. Может, я не буду крутить, решу. Но, блин, он офигенен. Вот серьезно. Прям балдежный. Он... Какой он просто классный. И это 3-й тир. Он заслуживает 5-й прям однозначно. Балдежный скин. И посмотрим с обычными перчатками рыцарскими. Ну, блин, прикольно. Прикольно. Я хочу очень посмотреть, получается, ФП6. Надо себе его сейчас выдать. Блин, балдежно выглядит. С этими рыцарскими перчатками еще лучше смотрится. Просто балдеж. Ну, в общем, в качестве своего мнения, что могу сказать. Рулетка неплохая, она 100% лучше рулетки прошлой из ивента Lone Wolf, это прям 100%. А по поводу перчаток с ножом, ну, плюс-минус. Плюс-минус, сейчас еще раз вам покажу. Перчатки с ножом плюс-минус, могло быть и лучше. И ожидания у меня, честно говоря, были тоже получше. Скин, который больше всего понравился, это ФП6. По мне, просто офигенно смотрится. Все остальные скины, в принципе, плюс-минус тоже смотрятся нормально. В рулетке нет ни одного скина, который бы мне прям дико не понравился. Все плюс-минус сносно. Если вы думаете, покупать вам эту рулетку или нет, наверное, все-таки покупать. Я бы советовал, потому что нож эксклюзивный, 7-й тир. И несмотря на то, что у него как бы удар атаки идет такой же, как у обычного меча, килчат у него будет эксклюзивный, что немаловажно. Килчат красивый, поэтому, в принципе, советую покупать эту рулетку для тех, кто сомневается. В принципе, друзья, на этом все. Я очень надеюсь, что ролик вам понравился. Он был для вас информативным, интересным, и вы поддержите его своим лайком. С вами был Геймерус, мы увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачи, друзья!